юбилей всегда, ну, все день рождения, праздники, юбилей, все говорят какие-то дежурные слова, обычные, ну, желают чего-то. Я просто хочу сказать спасибо за то, что такой магазин есть. Я же говорю, это магазин, это место, которое вот во многом меня воспитывало, сделало меня таким, какой я есть. Да, и за это можно сказать спасибо. И могу пожелать, что, может быть, конечно, не самый хороший человек на свете, но, ну, может быть, чуть-чуть, если лучше человек становится, он становится благодаря книгам. И, ну, вот, я понимаю, что не это, видимо, да, сверхзадача у магазина, но все мы делаем разные поступки, мы встречаем людей, и главное вот после нашей встречи с людьми, чтобы они становились чуть-чуть лучше. Вот у вас это получается? Вот люди, которые заходят к вам, а потом выходят от вас, они становятся лучше, они становятся умнее, они становятся интереснее. Вот. А на самом деле, что классного, да, вот в этом, в этой истории ты прочитал книжку, ты знаешь чуть-чуть больше, и завтра ты встречаешься с красивой девушкой, рассказываешь ей какой-нибудь интересный факт, и опа, она уже в тебя влюбляется. Я хочу сказать спасибо за кучу потрясающих романов, которые я пережил в этой жизни, благодаря книгам, которые я приобретал в вашем магазине. Это были такие потрясающие любовные истории, которые вполне могут лечь в основу нового какого-нибудь романа, который тоже может здесь потом лежать у вас на полках, его кто-то купит, вдохновится и новый роман. Короче, вот за эту неразрывную связь времен. Спасибо и продолжайте в том же духе.